Прошли дожди. И смотрите, кто тут вырос. Опа-на! Это же шампиньон лесной. Класс! Вот это да! О, какой он крепкий! Молодой! Класс! Давайте тут подберезовиков с белыми поищем, которые здесь растут тоже. Пришел я уже на другое место, где растут подосиновики. Вот заглянул я сюда в кусты. Я обалдел, когда увидел вот такую вот, такого солдата. Вот такой здесь убийца стоит. Красавец. Смотрите, какой он длинный. О! О, вот это да. О! Обалдеть. Посмотрите, какой подосиновик. Так что-то фокус не ловит. Вот он какой красавец. Вот это солдат. Какой же он длинный. И он идеальный. А вот еще один попался. Малышок, подосиновик. О! Хорошенький такой. Красавчик. И вот еще и подберезовик попался. Такой хороший, красавец. Толстенький бочонок. Вот он какой. Всегда они здесь такие хорошие, толстые. Подберезовики. Посмотрите, какой он красавец. Молодой, идеальный. Губка белоснежная. Аж светится, блестит. Вот такой вот бочонок. Класс. Зашел я уже в следующий осинник. И тут есть один такой малышок. Шариковый подосиновик. Здесь всегда такие шарики растут. И вот еще один тут такой же. Класс. Берем. Ха-ха. Есть. Они тут есть. Какой красавчик, смотрите. О, белоснежный, идеальный. Смотрите, какая шляпочка, а? Какой красавчик. Шикарный подосиновик просто. Я тут неподалеку еще обнаружил грибочков. И сейчас мы их посмотрим. Вот я только что сорвал вот этого красавчика, вы только что видели. И вот начинается настоящая грибная жара. Это вот у нас такой первый красавчик, такая вот бомба. Раз, здесь рядышком кнопка, два, три. Вот четвертый. А вот пятый покрупнее. Вот шестой. Вот седьмой. Тут же рядом маленький
8. Пробираемся сюда. Вот тут 9, 10, 11. И вот заключительный 12 подосиновик. Ну а теперь давайте соберем эту поляну. Начнем мы вот с этой бомбы. О, как его вытащить. Вот эта бомба просто... О, вот это грибище. Обалдеть. Это у нас получается первый. Будем сюда класть. Вот второй малышок. А его погрызли. Вот третий. Тоже такой неплохой. Даже хотел раздвоиться. Четвертый. Красавчик. Пятый. Он аж потрескался от своей мощи. Вот он какой. Забираемся сюда. Вот 6-й бомбочка. Красавец. 7-й. Не такой уж он и маленький. Взять можно. 8-й. Девятый. Красопендра просто. О, тоже такой нехилый. О, какой мощный красавчик, а. Так, это у нас 9-й. Вот тут 10-й малышок. О, тут еще 11-й лезет. Тоже возьмем. О, он хороший. 12-й. О, тоже бомба. 12-й. Какие грибосы здесь. 13-й, а не 12-й. О! Такой в земле весь грязненький, но хороший. 10-й. Все это в кучу соберем, посмотрим грибной итог со всего этого места. Ну и вот такой получился итог грибной с этого места. В целом штук 14 подосиновиков. Молоденькие, отборные. Один белоножковый и остальные все розовые. Ну что ж, супер, грибочков стало побольше. 3 дня назад здесь было поменьше. Ну что ж, думаю, их еще станет больше, потому что прошли дожди.